Для лабытнанцев студенты крупнейшего в России университета подготовили серию научно-популярных лекций, главная тема которых – результаты лабораторных исследований в биоинженерии и биоинформатике. Первую лекцию провела сегодня студентка МГУ Анастасия Нефедова. Как наука борется с ВИЧ, расскажет Карина Щербакова. Наука – это путешествие, в котором фантастика становится реальностью. Для Анастасии Нефедовой это бесконечные исследования, а еще возможность помочь людям. Когда-то она просто интересовалась биологией в школе, а теперь полностью вовлечена в безграничный научный мир. Говорит, биотехнологии – это приоритетная сфера в современном мире. Биотехнологии становятся важны в современной жизни, и без них уже никуда. И есть много чего изучать, это интересно и перспективно. Одна из главных тем, которую изучает Настя, это вирус иммунодефицита человека. Проблема действительно важная и требует внимания. В России живет больше 1 миллиона людей, заболевших ВИЧ. Это достаточно высокий и печальный показатель. А что самое ужасное, многие из них не знают об этом до определенного момента. Врачи и вирусологи уделяют этой проблеме большое внимание, ставят задачи, чтобы создать вакцину против ВИЧ. В лабораториях МГУ также ищут подходы в борьбе с этим заболеванием. Что касательно ВИЧ, в данный момент от него нельзя излечиться, можно только подавлять его размножение, но это значительно облегчает жизнь ВИЧ-инфицированным пациентам. Вот. Но наука движется дальше, и мы работаем над тем, чтобы найти лекарство и полностью излечить. Эта лекция не была последней. Впереди еще две. Молодой ученый Антон Изи подготовил не менее интересную тему. Решил так вот поговорить об интересной теме, которая тоже пару многих волнует. Вот. По поводу того, можно ли как-нибудь восстановить тех организмов, тех существ, которые навсегда исчезли с нашей планеты и остались там. Может быть, только в виде каких-то трупов, замерзших по типу мамонтов, например, или только в виде ископаемых, например, как динозавры. Следующие лекции пройдут 30 июня в городском музее и 1 июля в детской школе искусств. Наука не стоит на месте, и молодые ученые готовы доступно и наглядно рассказывать о новых достижениях человечества. Карина Щербакова, Евгений Садыков, программа «Время местное».